have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Что-то давненько мы с вами не заходили в какой-нибудь батл-рояль, типа форточки или типа пубга, который пабг. Нашли мы вот такой режимчик. Зашли чисто посмотреть, поржать. Не знаю, вроде кот уже там. Да, я там. Так, поехали. Без понятия, вот второй раз сюда захожу поиграть. Я еще не знаю ни карту, ничего. Впусти! Admin. Я не хочу снизу. Ах, выш. Да, были когда-то те старые, стародавние времена, когда мы сами играли, ой, снайперка, в форточку, но эти времена давно прошли и закончились. Уже даже прошли те времена, когда мы играли что-то похожее в Роблоксе на форточку. И вот спустя каких-то 10 миллионов лет... Так, shield. Вместо чего я хочу? У меня на снайперке один патрон. Грены? Нет, грены мне нужны, но щит я сейчас сожжу. Поэтому мне нормально будет. А, ты на красной такой карте, да? Ой, я кого-то да вижу. Все мы тут. Все мы тут. И тебя вылечат. Виверна. Привет. А зачем мне две одинаковых пушки? Я какого-то чувака начал дисторбить. Так, а ты у нас... Блин, а он же ко мне сейчас придет. У меня тут нет автоматического... Может, наверху что-то есть? У меня тут нет автоматического оружия. Я не люблю, когда мне нет автоматического оружия. Меня это обычно немножко напрягает. О, у меня какая-то легендарная пушка радужная. Они все какие-то фиолетовые, золотые. Тут прям разжиться пушкой вообще нефиг делать. Вон... базука, например, да? Нет, погоди. Айрайф. О, автоматическая винтовка, да, наконец-то. Тогда, может, я вместо лонгшота возьму греночки, автоматическую винтовочку, и вот у меня снайпа будет. Окей, посмотрим, что у нас тут. А тут можно как-то первое лицо сделать, нет? Нет. Ну, кстати, форточки что же вроде нельзя делать первое лицо? Ой, он ко мне пришел. Привет. Принес мне патроны? Еще что-то. Сейчас посмотрим. Да, ну блин, это нечестно. Они все с рабошами друг друга ваншотают за ультрадистанцию. Ну, минуточку, в форточке дробаши всегда решали. Тут они всегда были имбовыми. Но я всегда предпочитал ходить все равно с автоматическим оружием, потому что мне он как-то посъедобнее и поинтереснее. А еще грены я не могу взять. Они... Реви? Револьвер, типа? Да, блин, целиться со снайперки почти невозможно. Я только что из снайперки 4 раза попал человека. Да, криво, но попал. Так, я кого-то слышу. Зачем я снял снайперскую позицию? Тактикал шотган. Да, пожалуйста. Кто вообще может так быстро ходить со снайперским прицелом? Это... Ты боишься за людей, которые глаз себе выколят, да? Да, блин... Это просто нечестно! Это реально нечестно! Тебя кто-то грохнул. Ой, я вижу, тебя нервы грохнули. Не надо тебе эта банка. Я бы сказал, самое нечестное тут это то, что тут бесконечные жизни. Ну нет, ну ты можешь типа ревайвнуться, да, но тебя могут добить. Да блин, я отказываюсь в это играть, мне это не нравится. Погоди. Сейчас втянешься. Так тут нету баланса. Сейчас, да, его и не должно быть, это Роблокс. Какой ты хочешь баланс в Роблоксе? Фига себе, вот я сейчас и промазал, вот я и молодец. Я могу зарядиться? Да, я могу еще зарядиться, хорошо. Я не думал, что у шотгана такой маленький разлет будет. С
Серьезно, это прозвучит плохо, но я не думал, что у шотгана такой отвратительно маленький разлет. Пей скорее, пожалуйста. Нет, меня зажали. Не, покупать я ничего, конечно, не буду. Меня зажали с двух сторон, но это я сам уже ложанул. Сколько я там одного? А, два человека я убил, неплохо. То есть в раунд можно присоединяться, по сути, бесконечно. В этом-то самый большой минус этой игры. Так нет, это фаново, тебе не надо заморачиваться, что-то там переживать. Тебя грохнули, опа, давай, забирай пушки и поехал дальше. Вот мне даже оставили что-то интересненькое, давай я заберу. И баночку мне оставили, я ее тоже выпью сейчас, я не против. Что-то шотган прям как-то меня немножечко разочаровал. Я из него стреляю, ожидаю разброса, а он стреляет как-то все в одну точку. А, оно закончилось. Сзади, намочи его сзади. Да нет, я не буду покупать, идите. Давайте, перестреливайтесь там пока что, я пошел. У меня патроны закончились, там, оказывается, была одна обойма, я не посмотрел. Ты меня не видишь, я стелс, я ниндзя. Ползущий в ночи. Да, я очнулся. На! А, блин, оно бесит, что каждый раз приходится нажимать. А я могу встать на ракету, которую я выстрелил? Меня добили. Ладно. Поехали. Мне нравится. Ну, насколько это возможно... Насколько это возможно, мне нравится. Ну, то есть, да, тут происходит полнейший трэш. В смысле? Я в чувака вплотную попал с гранатомета, он меня... Да, гранатометы здесь вообще какие-то неадекватные, я не знаю почему. Откройся. Открой! Да нет, шотганы здесь просто имбалансные, это уже чересчур. Коты уже чересчур. Как бы это не должно было быть имбалансно даже по самой игре, это просто так нечестно, так нельзя. Это дигл фиолетовый? Ну-ка, погодите. Тут фишка в том, что большая банка... Оу. Я ему хэд повесил! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, опять же, я же говорю, я предпочитаю автоматическое, поэтому да, из дигла сколько я два раза по нему попал, один хэд ему повесил и... Ой, блин, там люди, я не хочу туда, я что-то рано прыгнул, не посмотрел на это. Чуваки меня в воздухе сбивают! Нет! Да блин, здесь одни тиммеры! Нет! Блин! Почему, когда ты ползаешь, нельзя заползти по лестнице? Нет, я хочу... На автомате пытаюсь поставить этот заградительный щит из Апекса, чтобы пока лежишь нокнутым, этот нокаут-щилд. Ай, когда переиграешь в одну игру, вторая уже не заходит. Так, получается первый... Да, открой! Первый залет, забег, он был, получается, самым удачным, ну, пока что, потому что я и снайпы пострелял, хорошо, давайте еще и снайпы пострелять, дайте снайпу. Угу. Спасибо. Аптечки, я, насколько понимаю, тут практически бесполезны, тут нужны эти баночки с энергией, с синергией. А че? А как я не попадаю? О, 150 хэд. Вот сейчас это было неплохо. Я не знаю, как я не попал два раза, потому что, ну там, он прям реально в перекрестье был, но окей. О, минус 2. Сколько у меня осталось? 3 патрона. Я нашел что-то вроде АВМа местного, который 150 шотает.
150 почти сразу уронит. Ну, у тебя сколько? 200 максимум хп может быть? Как здесь присесть? На С. Кошачий гений. Я не зря с тобой вискосом делюсь. Так, я вижу людей, но они что-то далеко. Я понимаю, что так себе фраза для снайпера. Чувак, за местный хайграунд не хочет слазить. Это я. Добраться нельзя. Это ты? И ты видишь чувака, который по тебе стреляет снизу? Нет, 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 нет. Я не на скале, я в доме. Ах, жаль. Он мог приземлиться. Ого! Кто-то тут из гранатомета поливает. Значит, эта крыса подождала, пока я уйду, после чего он стреляет по моей спине. Это... Ой, сундуки обновляются! Ну, пока бы да, они обновляются, это логично. Я просто не ожидал. Легендарный бульдог. Погоди, вместо... А, ну оно белое. Ну-ка, сейчас посмотрим. Мне нужно что-то с прицелом, потому что я экономлю выстрелы, мне осталось два. Открой, пожалуйста. Ах, да наведись ты. И кто меня убил? Что это за крыса меня убила? Блин, не знаю, мне нравится пока что снайперить. На самом деле я и форточки довольно часто снайперил, у меня там это получалось. Закрыто. А, я патроны подобрал себе на это. Ты чё? Нет! Блин, ко мне залезли! Нет! У меня аннигилятор! Аннигиляторная пушка! Я хочу на ту же крышу, где она? Я понимаю, что там сейчас будет чел, вон эта крыша. О, тебя аннигилировали, поздравляю. Пусть он не оставит мою снайпу, у меня там куча всего. Ты ж свалил уже отсюда. Просто из-за стены уходит, это так крысино. Моя пушка осталась. Пожалуйста, скажите, что чувак свалил. Нет, пушка не осталась. Ах ты, тварь. Револьверы, да... Зачем? Я тебя уронил? А почему ты у меня бегаешь до сих пор? Это и где ты? Бесит, что каждый раз нажимаю. Я вообще погнался за тобой, а тут Лейза какая-то. Ай, больно. У меня была надпись, что я тебя уронил, но ты стоя от меня свалил. И тебя еще и добил какой-то левый чувак. Ты не мог сдох... Ах ты ж... Мелкая котяра. У меня пушка Мо! Блин, как его жалко. Он, походу, зашел в свой бар, совсем забыл про свою снайперку. У него дробаш. Бедный Моа. Но я же нашел эту снайперку Моа. Может быть, она наносит много урона? И где люди? Я же не зря купил. Ну, нашел эту снайперку. Да, нашел. Купил. Да, нашел. Блин, петухи Джекхэмми. Он вертолет есть. Логично, что он тут есть. Вот бы им можно было пользоваться. Это было бы уже другое дело. Так, это было где-то близко, погоди. Ты чё, на той же крыше? Ах ты ж... Ах ты ж мелкий. Леопольд, выходи. Подлый трус. Г. Геймплей. Я доберусь до тебя. Of course you will, my dear.
я упаду с крыши, нет! О, ты мне снайпу принес, ляля ты моя дорогая, спасибо. Ну, две снайпы. Ты что, взял снайпер Хумо? Я же ему хотел принести эту снайперку. Ему же сейчас так грустно целую снайперку забыть. Тактикал шотган? А, Лен, погоди, это же лучше. Это же нечестно, то, что в воздухе можно. Правильно, бежать. Это же неправильно. Да залезь. Да ну будь ты чебуреком. Понятно, я уже туда не залезу. Да, вертолет, кстати. И как я сейчас... Да, ладно, надо было... Наверное, тут баллистики не существует. Я стрелял, типа, на упреждение, но почему-то это сработало не так, как я видел себе это. Блин, вот этот чувак, браузер, конечно, не может по мне попасть. Он слепой! Он слепой! Как? Вот как я сейчас не попал? Объясните, пожалуйста. Вот... Серьезно, я все это время в стенку стрелял? Благодарю. Ах, поехали. У чувака пушка в воздухе. Так. Фиолетовую ППшку, наверное, на синюю поменяю. А, она такая... Нет, она не такая же. Это сюда. Это Вектор. Посмотрим, сколько он наносит урона. Эй, Виктор! Типа наносит. Типа убивает. А ты где? Дайте ваши координаты, не слышу вас. Патроны, да! Ты же их видишь, сколько у тебя их. Так. 13 в обойме. Не, я понимаю, что это Вектор, но все равно 13 в обойме, но это как-то мало. Открывай, 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 скорей. Открывай, открывай, открывай! Open up! Так, у меня 3 патрона зарядилось, хорошо в нее. О, ходить так по открытому плохо. Ох, как плохо так ходить по открытому-то. Там кто-то стреляет. Че, я уже... О, у меня уже... Бигль? У меня уже 5 киллов. Мне нужен хайграунд какой-нибудь. О, я вижу, там какие-то люди. Стой. Люди! Ням-ням-ням-ням-ням. О! И он по мне попал. Нормально вообще? Another one bites dust. Короче, ППшка классная в упоре. О, 30, это хэд был, что ли? Нет! Отвратительно стреляю просто. Ибо! Ну-ну, я сундук не могу открыть, я красавчик. Потому что я красавчик, потому что я... Ай-яй-яй-яй! Ёлки! Причем я его почти сделал. А-ха-ха, сразу хилочку жрать, ах ты! Ладно, ладно, я сейчас вернусь за тобой, погоди. 6 киллов. Ну, 6 киллов, это, кстати, оно еще и неплохо. Килл-то считается не когда ты уронил, когда ты прям добил чувака. Окей, я понял. Я
Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. У меня сейчас револьвер, который наносит 140 дамага. Оно, конечно, форточкой, но не до конца, потому что стены не разбиваются. И это хорошо. Меня в воздухе надевают, это нечестно. Dude, stop. Нет! Ну блин, нет, не надо. У меня была одна обойма в пистолете, одна обойма в револьвере. Я его чуть не замочил. Это сразу пошло, блин, лечиться и всяк-то так. Тебя опять грохнули. Ага. Ладно, меня тоже. Но, блин, у чувака были крутые пушки. У меня было буквально две обоймы того и того немножечко. И я его чуть не завалил. Эх. Дайте снайпу. Мне понравилось. Три килла! Трипл килл. 4 килла! Круто. А офигеть. Сколько у тебя вообще? Вообще я не знаю сколько. Посмотри возле карты. 11 килов. Фига себе, кто-то... Или это 11 смертей. А вторая цифра какая? Так, 25 человек, а второе... А, это 11 килов, да-да-да, это килы твои. Нет, скорпич. Это? А, это и то, так, что я думал. После того, как я убил очень много человек, меня просто взяли и убили, да? Это обидно. Ко мне на голову приземлился чел, я в него начал из базуки шмалять. Ему пришлось срочно уйти. Нет! А, хпшка не тратится от падений. Фига себе! Ой, я его убил. Как? Не знаю. Блин, сундуки я делаю слишком огромные. Слишком много шума делаю сундуки эти, вот что. Дайте автоматическую пушку, вы что делаете, изверги? Во, хоть что-то. Так, я пошел отсюда. Отлично, можно одновременно пить и жрать. Ой, в смысле открывать пакеты. Видите, я бы посмотрел на это. Сказал, не подумал. Офигеть, я только что прыгнулся, и сразу там, где я прыгнулся, там, где была бы голова, просто быстро. Я лежал просто прыгнувшись. Да! Ух-ка! Есть! Пошли киллы! Пошли киллы! Это что-то автоматическое? Что-то я нифига не попадаю. Но оно очень быстрое. Так, погодите. Вместо дигла, наверное, надо бы взять... Чувак, ты слепой! Вот это возьму вместо дигла. Так, что ж... Это? А, зачем физика? Тебе физика? Я только что не мог в огромную в огромное окошко забраться не мог, потому что... Я с перепугу просто убил чела сейчас. Не надо. Я его почти перестрелял. Ха-ха, сверху еще чё? Ты чё, ты слепошара, что ли? Добей его, чё ты делаешь? Блин, вот хорошие пушки прям решают. А разве так не во всех играх? И иногда еще скилл решает. Здесь решают только хорошие пушки.
давай, 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 вот сюда, вот сюда. Вот сюда, 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 сюда. Реви? Блин, Реви не... О, не-не-не-не-не, вот это... Вот это... О, прямо не хочу. Так, мне наверх, значит. Быстрее жри! О, это то, с чего сейчас стрелял. Стой, погоди тогда. Да пофиг, поехали. О, мо! О, могад! О, могад! Не буду открывать. Сундуки так криво открываются. Да. Эй, это тиммеры! Это чувак, они... Это тиммеры! Полные тиммеры! Эй, Тимми, посмотри на это! А, тут есть шифт! Ой-ой-ой! А че я раньше-то не раньше? Нагребу себе автоматических пулеметов, всякое такое, что просто на замену было. Я бы даже, наверное, вот так вот сделал бы. Благодарю. Заряжаем. Есть. Вот, да, на замену пушку просто вытаскиваешь, и нормально, и хорошо прям получается. Я кого-то слышу. Кто-то из дробаша лупит. Блин, снайпа хочу. Ты там как, живой, не? Да, живой. Staying alive. Прикинь, тут строить можно. Да, я уже видел какую-то стенку, не знаю, кто это сделал. Кто тот человек, который это сделал? Такое ощущение, как будто снайпер. В смысле, сзади? Из чего ты меня так завалил-то офигенно? Короче, да, пулемет на средних дистанциях уже начинает лажать по точности. Ладно, давайте еще разочек прыгну. Сейчас посмотрим, до скольки удастся довести счет. Пока что 12. Хотелось бы, но... А как, о, у меня как автоматический дробовик. Чувак, Джекхаммер, да, это хорошая вещь. Ой, Воник, привет, чел, ты с нами? Я только сейчас увидел, что ты с нами играешь. Привет тебе. Рад тебя видеть. Томпсон? Фиг ли Томпсон-то? Прикинь, этот ноб дали. Ноб! Виверна. Фиг прицелишься. Не дергайтесь. Не, из этой штуки очень трудно стрелять. Ну-ка, из виверны посмотрим как. Это типа полуавтоматическая снайперская винтовка. Ой, я убил Вонника два раза. Чел, мы тебя поприветствовали два раза. Мне кажется, сейчас прилетит. Возможно, даже от него же. Я тут пока что нублю. Со снайпой. А какого фига у дробовика такой рейндж?
не подскажете? Да я вообще попасть не могу. Это что такое? Только в стоячую. Что здесь с баллистикой-то? О! Я начал жаловаться, я начал попадать. Чего, что? В смысле ты меня в воздухе-то убил? Погоди. Я сейчас еще и уползу. Та-да-да-да-дан-там. А какого фига только шла передо мной, пропала легендарная снайперская винтовка, которую я хотел взять. Она легендарная, она делает, что хочет. Пей скорей. Пей скорее! Почему у меня хилки-то не восстанавливаются? О, наконец-то. Он что, не допивал каждый раз при этом? О, нет, я случайно потратил одну пулю у крабера. Шкрябер. Вот тут шарики. Шарики-фонарики. Что тут есть? Кстати, я, наверное, возьму. Как тут строится? Оставь ты что? Ты собрался строиться? Ты в своем уме? Меня бесят кимеры, потому что это же... Это жесть. Вот, они кимятся. Что еще делать? Блин, это же нечестно. Правильно, это же неправильно. Так, где? Где они? Покажи мне, где они. Да, чуваки тимятся, подтверждаю. Да, Чем ты меня завалил? У меня полная хпшка была, чем ты меня шотнул, блин? Чувак, так нельзя! Да тут даже два чувака тимятся, это уже совсем... Чел, так нельзя, так не делают! Я в них стреляю, одного почти убил, второму оставил пол хпшки. Скажи, что у тебя банки есть. У меня 4 хп осталось, я не знаю, как я живу. А, оно полностью хилит на сотку и то, и друг. Оу-оу-оу. Staying alive. Staying alive. Yep, that's me. Я его перестрелял. Да меня бесит, пою. Я могу случайно геймпас купить, это нечестно. Ё-ё-ё-ё-ё, на 195, во что я ему там попал? Блин, там, по-моему, разрыв всего, что только можно было, случился. Ой-ё-ё-ё, 99, ё-ё-ё-ё, блин, я только начал жаловаться, что я... Снайпы не попадают ни во что. Тут гранаты есть? Да. Нет, беги Почему туда, оно же сейчас меняет? Поднимется. Нет, тебя спасли! Нет, стой! Блин, я его снайпнул, и потом бежал, чтобы добить, и почти добил, и меня сбоку сняли. Ладно, ребятушки. Поначалу было просто фаново, а под конец немножечко кураж такой взял, утащило. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда. Всем покеда.